Слушайте программу «Вести Рязань» в студии Ирина Целикова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. Немногим более суток остается до Нового года, чем запомнился рязанцам и корреспондентам «Вестей» уходящий 2016-й. Рязань новогодняя. Горожан ждет ночной фейерверк и танцы до утра, где пройдут самые яркие мероприятия. Начинаем отмечать. Фильм «Елки» возвращается к зрителям. Кто на этот раз поможет свершиться новогоднему чуду? Сегодня корреспонденты «Вестей» подводят итоги уходящего года. Нам, журналистам, 2016-й запомнился огромным количеством информационных поводов. Главное – политическое событие – выборы в Государственную Думу. Они прошли без значительных нарушений. Рязанцы голосовали вместе со всей страной. В экономике царили продовольственные запреты. Но, несмотря ни на что, удалось обеспечить условия для развития. Потрясение переживала и банковская система. Около 100 банков в нашей стране лишились лицензии. Среди них были филиалы, расположенные в нашем городе, и даже один региональный банк «Ринвест». Конечно же, невозможно не упомянуть о взрыве газа в доме по Первому осеннему переулку. Погибли 7 человек, 13 пострадали, и десятки остались без квартир и вещей. Помогали им всей областью. Одной из причин трагедии называли бездействие управляющей компании. Кстати, в уходящем году предприняты попытки кардинально поменять подход к решению коммунальных вопросов. Специальные комиссии теперь контролируют ход капремонта в жилых домах, усилено внимание за деятельностью коммунальщиков вообще. А вот сельское хозяйство на подъеме. В этом году рекордный урожай. Война в Сирии, выборы президента США и Олимпиада в Рио стали главными событиями уходящего года, по мнению большинства россиян. Об этом свидетельствуют данные соцопросов. Среди событий внутри страны респонденты отметили парламентские выборы, допинговый скандал в большом спорте и борьбу с коррупцией. В целом же, уверяют социологи, россияне настроены оптимистично. Для почти половины опрошенных уходящий 2016 год стал удачным в личном плане. Верят и в будущее. Почти 60% респондентов считают, что наступающий год будет хорошим. Мы спросили у рязанцев, чем им запомнился уходящий год. Смена работы, смена коллектива. Ну, вообще год прекрасный получился. Тяжелым был этот год. Я надеюсь, что новый год будет лучше. Хорошим, положительным. Не знаю, жилье приобрели. Вот. Ну, вообще, в целом, стараемся жить на позитиве. Новый год собираются отмечать 96% россиян. А длинные новогодние каникулы большинство проведет в домашнем кругу. Жилье многие уже украсили, но навести еще больше красоты никогда не поздно. Альтернатива традиционным елям – венки из хвойных пород деревьев. На мастер-классе побывала Елизавета Дорохина. Новогодняя пора – время сказок, чудес и подарков, а еще преображение как своего собственного, так и своего жилища. Для того, чтобы отметить праздник в полном блеске, необходимо готовиться к нему заранее. И начинать следует от входа, тогда праздничная атмосфера будет чувствоваться в доме уже с порога. Главный атрибут здесь – хвойный венок. Тенденция, пришедшая с Запада, уже несколько сезонов завоевывает сердца россиян. Сегодня очень модно делать венки с использованием натуральных элементов, те, которые мы можно встретить в природе. Например, шишки, скорлупа грецких орехов, крашеные листочки, небольшие какие-нибудь ягодки или плоды, елки, плоды хлопка, корица. Новогодний стол украсят всевозможные композиции. 2017 год – это год огненно-красного петуха, поэтому отдать предпочтение следует этой цветовой гамме. Карамельные яблоки, звезды и свечи оживят праздничный стол, и он заиграет всеми зимними красками. Необычно шарики из шерстяных ниток добавят мягкости и уюта, а припорошенные искусственным снегом еловые ветви словно перенесут обладателей в морозный лес. Для тех, кто не решается отходить от сложившейся традиции, Новый год обязательно нужно встречать с наряженной елью, но готов немного пофантазировать на эту тему, флористы могут предложить современные варианты главного зимнего дерева. Для новогоднего интерьера
используем цвета зимнего леса. Это зеленый, белый, коричневый. А к ним добавляем сочные пятна, такие как золотой и красный. Основное место под дизайнерской или традиционной новогодней елкой должны обязательно занять подарки. Скучные коробки сегодня не в моде. Время нужно потратить не только на выбор праздничного сувенира, но и на его упаковку. В данном случае мы используем бумагу крафт. Используем приправу бадьяна, которая придает приятный аромат. Используем палочки корицы, которые также приятно пахнут. Пушистый снег за окном, ароматы хвои, мандаринов, звон бокалов, заветные желания под бой курантов. А значит, времени на подготовку уже не так уж и много. Елизавета Дорохина, Валерий Чекин, Вести, Рязань. Ни слова о работе. Рязанские предприниматели решили отметить наступление Нового года в тесном дружеском кругу. Инициатором встречи стал Приовнештрукбанк. Это один из тех случаев, когда давно знакомые люди наконец-то смогли встретиться в одном зале. Все они рязанские предприниматели. Разговоры по телефону, решение бизнес-вопросов. На нерабочее общение времени часто нет. Приовнештрукбанк решил исправить эту ситуацию. В канун Нового года подарил хорошее настроение. Настроение отличное, праздничное. Год был рабочий, все старались, все трудились. Но наконец-то последние вот несколько дней можем позволить себе немножко расслабиться, отдохнуть, поделиться этим настроением хорошим с нашими клиентами. Улыбки, подарки и угощения. Шеф-повара ресторанов приготовили необычные блюда. Лучшие рецепты вошли в эксклюзивный новогодний календарь от Приовнештрукбанка. Например, Роман Елманов предложил томленую говядину с репой и морковью. Это очень удачный рецепт, во-первых. Во-вторых, его очень часто заказывают. Ну, я считаю, что говядина лучше, чем свинина. Не договариваясь, они избегали рабочих вопросов. Только предновогодняя суета и планы на рождественские каникулы. Сегодняшний темп жизни очень высок. И зачастую, общаясь друг с другом по телефону, по бизнесу, решая какие-то вопросы, не хватает времени для просто чисто человеческого общения. А здесь же очень много друзей. Интересно общаться там с другими людьми. Да? То есть они, получается, можно сказать, мы все работаем в одной сфере. Обслуживаемся в одном банке. Интересы, соответственно, у всех общие. И еще один сюрприз. Гости праздника стали одними из первых, кто увидел отечественную картину «Викинг». Жанна Алпатова, Александр Бредихин, Вести, Рязань. Российские кинотеатры приготовили на каникулы сразу несколько новогодних премьер. И уже в пятый раз зрители поздравляют знаменитые «Елки» в прокате. Продолжение любимого миллионами фильма, который снят при участии ВГТРК. Чем будут удивлять авторы в этот раз, расскажет Елена Макарова. «Новые елки» без преувеличения – самый ожидаемый новогодний фильм в России. Уже сегодня в областном центре он лидирует по сборам. Самые елки. За 5 лет появилась добрая традиция делить предновогоднюю суету с героями, ставшей по-настоящему народной комедией «Елки». В этот раз есть не только новые персонажи, но и места съемок. В пятой киносерии ко встрече Нового года готовится как в Москве, Петербурге, Сочи, на Урале и в Сибири, так и на нефтяной платформе в Баренцевом море и даже на околоземной орбите на высоте 400 километров над землей. Сегодня первые зрители делятся своими впечатлениями от пятой части. Все ходили с семьей, очень понравилось. Каждый год ходим, смотрим, ждали пятую часть. Вообще с нетерпением советую всем сходить на новогодние каникулы. В этот раз Женя, он же Сергей Светлаков, будет пытаться сохранить работу. Лыжник и сноубордист устроит ради любви сумасшедшую погоню за елкой. А Боря в исполнении Ивана Урганта украдет пингвина, чтобы спасти семейное счастье. Хороший, добрый семейный фильм. Жена у меня, он прослезилась даже. Очень понравился. Пингвин нашел пингвиниху. У них все хорошо. Ура! Фильм класс. Для всех героев Новый год станет временем невероятных свершений. Именно в это время те, кто 11,5 месяцев стеснялись и боялись чего-то, начинают действовать. Пример невероятных свершений. Счастливый, несмотря на обстоятельства встречи Нового года. Уже в кинотеатрах. Елена Макарова, Сергей Грамотеев, Вести, Рязань.
То, что под Новый год чудеса случаются, доказывает история лебедей с Дядьковского затона. За судьбой пернатых зрители «Вестей» следили несколько месяцев. Птицы пережили холода, разлуку, длительные переезды. И вот почти как в фильме «Елки» разные города соединили линии добра. Чем завершилась лебединая история, расскажут наши коллеги из программы «Вести Калуга». Он начинает шипеть и встает в оборонительную позу. Черный красавец. Птица явно дикая, не имевшая контактов с людьми, объясняет специалист. Птица не имеет никаких колец на лапах. Вот. Ну и на что обратили внимание, что птица не знает миски. Ну, когда обычно на двор приходят кормить дворовую птицу, сельхоз, они знают, что такое ведра, плошки, миски. Вот. Данная птица не знает. Его обнаружили на берегу пруда, одной из деревень Ивановской области. Редкая птица буквально упала с неба, рассказывают очевидцы. Голодный, замерзший и без сил, лебедь не сопротивлялся, когда его подобрали люди. Только в приюте он стал понемногу приходить в себя. Мы смотрим, чтобы постоянно была чистая вода. Мы даем зерно тогда, когда оно закончилось, пшеницу. Даем отварные овощи. А этот грациозный пернатый нашел временное пристанище у семьи из Рязани. Именно здесь, как выяснилось, через обсуждение в социальных сетях и произошло расставание лебединой пары. Одна птица, повредив крыло, не смогла улететь. Вторая, после томительного ожидания, была вынуждена покинуть партнера, так как местный водоем полностью замерз. В итоге оба лебедя с разницей в несколько недель отправились в Калужский парк птиц, единственный в России. И хотя в народе их уже прозвали Каем и Гердой, специалистам только предстоит выяснить, кто из них кто. Определить пол по внешним признакам можно, но подтвердят это только данные анализов. Пройдет сейчас 30-дневный карантин, сдадим все анализы, проверим, здоров. Вот, если что-то какие-то подлечим. И потом будем подыскивать пару. Я думаю, останется в экспозиции парка птиц. Сейчас птица обживает вольеры парка. Если это действительно та самая разлученная пара, то есть шанс, что они воссоединятся и дадут потомство. К слову, черные лебеди, что уже живут на Калужской земле, успешно размножаются. В этом году один из птенцов уехал отсюда в Удмуртию, в Ижевский зоопарк. Анна Багербекова, Вести Калуга, Иваново, Рязань и Жуковский район. Уходящий год подарит человечеству дополнительный миг. Перед новогодним боем курантов добавят секунду, чтобы компенсировать разницу с астрономическими часами. Будет чуть больше времени, чтобы придумать, какое желание загадать на Новый год. Для тех, кто не желает сидеть дома, погода подарит отличный шанс насладиться праздничной атмосферой главной ночи. Температура воздуха будет на 8-9 градусов теплее нормы. В ночь на 1 января в Рязани ожидается минус 1-3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 2. Не исключены осадки. Зимние каникулы россиян растянутся на целую неделю. В Рязани праздники стартуют уже завтра. За полчаса до полуночи на площади Победы рязанцев ждет новогодняя шоу-программа. А с боем курантов – фейерверк. Для жителей Дашково песочни подготовлено народное гуляние у кинотеатра «Октябрь». Там же праздничный салют. А те, кто живет в Приокском, будут ждать у Дома культуры. 2 января праздник продолжится в поселке Солоча. Там пройдут новогодние потехи. А еще все каникулы ровно в полдень всех рязанцев приглашают на концерт и развлекательную программу в Центральный парк культуры и отдыха на танцы-веранду. Сразу после нас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия 16». Первая серия культового проекта вышла на экраны в 2000 году. За 15 лет многосерийный фильм завоевал огромную популярность у зрителей. Героиня Анна Ковальчук, Мария Швецова, по общему признанию, стала одним из самых ярких персонажей российских детективов. В 16 сезоне у главной героини радостное событие. Ей присвоили новое звание. Однако проверяющий не дает ей полноценно насладиться новой должностью. Продолжение сериала «Тайны следствия» смотрите сразу после выпуска. На этом наша телекомпания работу в 2000 году не завершает. Завтра в 14 часов 20 минут на канале «Россия-1» в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Вести Рязань». Год был богат на события, а самых заметных для региона напомним за несколько часов до полуночи. Мы желаем вам только добрых новостей в будущем году. До встречи на канале «Россия». Thank you.
По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба будет падать. Температура воздуха ночью по области -4,6, в Рязани 3-5 градусов мороза. Днем по области -1,3, в Рязани 0-2.